дома каждого своя судьба. История для нас не есть обуза. Прослушайте символику герба. Теперь уже для вас родного вуза. Афина и Перун сей держат щит, энергию и мудрость предрекая. Он молнией серебряной прошит. Харуков из герба Москвы, родного края. Российский флаг представлен на гербе. Есть белый цвет и голубой с багряным. И чудо знаний в дар студент тебе представлено крестом святой Татьяны. Но взявшись за науки карандаш, ты снова повторяй, студент, и снова, что помнить должен ты, как отче наш, девиз «Энергия всего основа». В политике семьи один лишь вектор, он есть всегда. И ночью или днем для нас всегда важней, что скажет ректор. Мы это вспомним, примем и поймем. Приветствую! Ректор МЭИ, доктор технических наук, профессор Николай Дмитриевич Рогалев! Дорогие первокурсники, поздравляю вас с началом учебного года в Национальном исследовательском университете Московский энергетический институт. Институт, в который вы пришли учиться, славен своими традициями. Исследователи и преподаватели этого университета стояли у истоков многих самых важных начинаний, которые происходили в Советском Союзе, в Российской Федерации, прежде всего в отношении энергетики, но здесь же и космос, и радиоэлектроника, и автоматика, и вычислительная техника. У МЭИ очень хорошие традиции в студенческой жизни. Это и студенческие строительные отряды, это и студенческие лагеря. Мы один из немногих вузов, у которых есть такой лагерь в Алуште, и наверняка многие из вас побывают там. У вас сегодня начинается, да, очень важный этап вашей жизни, очень важный. Я думаю, вы запомните его своей необычностью, своей насыщенностью пребывания в Московском энергетическом институте и дальнейшими успехами, фундамент который вы положите сегодня. Поздравляю вас с началом учебного года и желаю вам успехов в учебе и в студенческой жизни в МЭИ. Николай Дмитриевич Рогалев, еще раз бурные овации!